Вишневая семерка, неоновые фары на стеклах тонировка. Вишневая семерка. Жора, Рома, едут они куда-то. Жора, Рома, едут они куда-то. Жора, Рома, едут они куда-то. Жора, Рома, едут они. Сейчас мы начнем с самого простого. Встретились мы на днюхе у Антона. У него вишневая семерка, неоновые фары на стеклах тонировок. Жорика зовут хозяина семерки, и его машину любят все девчонки. Как увидит номер 790, голову теряют девчонки просто. Каждый день колонки рвутся в той машине, делай погромче и проезжай мимо. И басы бьют в буфе у него, и такой буф у него одного. У Жорика есть еще один друган, и зовут его Роман. У него такая же машина, Роман пошел по Жоркиным стопам. Новая семерка, неоновые фары, на стеклах тонировка, вишневая семерка. Приветствую вас, дорогие друзья, с вами МОЗ. Сегодня у нас на обзоре ВАЗ-2107, легендарная тачка. Есть еще более легендарная, это 2106, но сегодня мы будем смотреть на 2107. Это, наверное, единственная тачка, очень качественная. Разве что есть еще Нивы, тоже как бы по качеству не уступает этой, но сегодня поговорим о ней. Машина сделана просто на загляденье. Все отваливается, все бьется, ломается. Она тюнится, салон идеальный. Можете посмотреть даже на это великолепие. Все проработано, все спидометры, руль, блин, не знаю, вот не к чему придраться. Все идеально сделано. Машина сделана просто с душой, с любовью и на века, что очень приятно. Так что ж, друзья, сегодня будем ее тюнить. Посмотрим досконально, как обычно, начнем с дисков. Но я думаю, прежде всего стоит открыть капоты и двери и побить ее немножечко, потому что это того стоит. Ну, как бы, вы увидите, насколько все круто сделано. Мы сейчас, наверное, все и откроем. Откроем все двери, выйдем и немножко постреляем в нее. Я говорю, это просто офигенная тачка. Просто очень круто сделано. Все бьется, все бьется. Все следы от пули остаются. Все поворотники, аварийка, все фары, все работает. Все отваливается. Все можно, друзья, разбить. Все пули везде остаются. А автомобиль сделан достаточно давно уже. Посмотрите, какой прекрасный салон. Все проработано, видите, механика, все дела. Обалденная тачка. Обалденная, друзья. И сегодня будем ее тестить. Также, кстати, здесь меняется салон на более спортивный, так сказать, для серии RDS можно сделать такой дрифт-корч. Мы сегодня, наверное, и будем делать дрифт-корч. Начнем с этого. Так, что-то у меня погодка меняется. Давайте немножечко подымем. Хотя нет, фристайм стоит, тогда пускай так и останется. Так, ну что ж, друзья, начнем с дисков. Как обычно, начнем с дисков. Так, на начало, наверное, мы ее починим. Цвет меня устраивает, я специально такой выбрал, чтобы потом не заморачиваться с цветом. Так, спойлеры. Нет, диски. Диски я уже присмотрел кое-какие. Это диски от Sorany, можете их скачать. Обалденные, качественные диски, просто для японцев прям идеальный вариант. И у меня уже есть интересные, вот, кстати, тоже неплохие, да? Но у меня есть под нее интересные диски. Во, вот такие. Не знаю почему, но если ее занизить, она будет очень круто с ними смотреться. Ну и, естественно, цвет тоже другой сделаем сегодня. Посмотрим, чем можно создать. Так, ну что же, спойлера. Спойлера вот есть в цвет кузова. Есть вот такой, что мне не особо нравится. Вот такой вот есть, тоже не нравится. А вот такой вот мне очень и очень зашел. Прикольный. Прям вообще классно смотрится. На семерочке прям как влитой. Так, бампера. Вот есть такие.
Есть такие. Вот это мне, само собой, нравится больше. Если мы будем делать дрифткор, чем он прям зайдет. Но в остальные обвесы не подходят вот к этому обвесу. Поэтому я, наверное, выберу вот такой. Он немножко колхозный, но, в принципе, когда мы сделаем все обвесы, будет смотреться приемлемо. А, есть такой вот стоковый, есть такой, есть такой. Вот такой и такой. Мне нравится больше такой. Опять-таки, там проблемы с выхлопухой, если такой поставить. Они будут просто через текстуры полазить. Я позже покажу. Поэтому мы ставим такой. Пороги есть. Пороги я такие ставлю. Вот что касается глушителей. Видите, они просто в текстуры проваливаются. Но когда решетка, это не так видно. То бишь, они как будто по умолчанию так и должно быть. Поэтому вот такой бампер задний более заходит. Потому что вот если поставить такой задний бампер, то видите, уже как будто сквозь текстуры. Ну, это как бы небольшая такая помарочка. Так, что касается вот как раз таки салона спортивного. Видите, можно сделать, зайти в каркас, и вот меняется салон. Он становится полностью спортивным таким. Видите, меняется цвет, добавляется тахометр. Ну и все по красоте. Единственное, что приборка не меняется, но это не важно. Можно было, конечно, еще заморочиться, но и этого достаточно. Можно снять решетку, просто убрать, чтобы видеть мотор. Правда, мотор мы не можем поставить какой-нибудь японский, но вот можем сделать такую хромированную решетку. Можно заменить капот и сделать вот карбоновый такой красивушный. Я, пожалуй, такой оставлю. Так, на фары можно вот такие вот наклейки модные, дрифтерские, замутить. Тоже неплохо. Так, ну и, собственно, все, больше ничего нету. Вот так оно как бы и выглядит у нас, по сути, затюнено. Мы весь тюнинг посмотрели. Да, тюнинга немного, естественно, мы сейчас еще ее занизим обязательно. Ну и можно попробовать поиграться с покраской, там что-нибудь такое крутое сделать. Сразу сделаем выворот на минус... Минус 15, да, мы сделали. Ну давайте сделаем минус 15. По максимуму, потому что здесь очень круто сделано поворотное колесо, то бишь оно в текстуре не проваривается, если поворачивать. Можно просто сейчас поднять немножечко. Сейчас мы это сделаем. Вот, вот так вот, да? И заднее мы сделаем на минус 0,5. И здесь... Здесь можно даже ничего не менять было. Так вот занизим. Можно чуть-чуть, наверное, вынести вот так вот. И чуть-чуть, наверное, поднять. Сейчас, подожди. Поднять. Вот так совсем чуть поднять. Так, тонировочку, да, надо еще тонировочку сделать. Тонировочка у меня вот здесь вот. Глухую тонировку сделали. Тонированная. Ну и с цветом поиграться тоже можно, посмотреть, что там можно намутить такого. Ну вот уже неплохо, да? Уже как бы смотрится огонь. Ну, лично мне нравится. Может, такое зеленое, да? Может быть, погоду посветлее сделать? Давайте сделаем посветлее, наверное. Я специально сделал такой закат. Не знаю, мне кажется, так прикольно выглядит. Чуть посветлее сделаю, чтобы вам было видно. Так, заморозим. И еще поиграемся с цветом. Может, мы что-нибудь такое прям найдем. Ну, это ад вообще. Это жесть. Черная. Черная ко всем идет. Прям ко всем, ко всем. Такая фиолетовая с черным. Ну, вот мой вариант. Мне нравится больше. Прям очень круто смотрится. Вот такой вот дрифт корч получается, друзья. По-моему, очень красивая машина. Можно, конечно, с ней заморочиться более эпично, сделать все там, вплоть до убрать салон, да, как это в некоторых машинах есть от Цирилла японских. Можно, наверное, заморочиться более с тюнингом, прям под дрифт-коч сделать как-то круто, но как бы это должен человек заниматься, знающий и интересующийся РДС в первую очередь, у которого есть свободное время, поэтому мы пока довольствуемся этой моделью, и как бы поверьте, эта модель очень качественная. Она не уступает форзовским моделям, которые сейчас конвертятся. Плюс это как бы, по сути, возможно. Я не исключаю, что автор моделил эту модельку сам. Моделировал. 3D Max, я не знаю, где там. Поэтому это вдвойне сложнее, друзья. Но доработать ее можно, конечно. Было бы желание только. Модель классная.
Так что я всем вам, друзья, ее рекомендую. Что ж, друзья, надеюсь, вам понравился этот видос. Если понравился, ставьте пальцы вверх, пишите мне в комментариях, какие видите, хотели бы увидеть еще машинки у меня в рубрике «Тачка на прокачку». Ну и скоро будет все-таки моды, лучшие моды за неделю, я готовлю эти выпуски. Но пока что-то со временем совсем беда, так что я не пропадаю, я на связи. У меня не только Slay the Spire, у меня и Fallout 4 будет, и Skyrim, и GTA 5. Просто пока со временем тяжко, и это все так стопорится. Все, друзья, спасибо огромное за внимание. С вами был Мосс, и пока-пока.